На выставке во Франции представили новый танк. Средний боевой танк из КДМ МБТ весит 42 тонны и вооружен гладкоствольным орудием, двумя пулеметами и одним дистанционно управляемым пулеметом. На выставке Юрис Итори 2018 во Франции был представлен новый средний боевой танк из КДМ МБТ, Medium Main Battle Tank, европейской компании General Dynamics European Land Systems, GDLS. По информации разработчиков, масса боевой машины составляет 42 тонны, он вооружен 120-миллиметровым гладкоствольным орудием, двумя пулеметами калибра 7,62 мм и одним 12,7-миллиметровым дистанционно управляемым пулеметом. На танке установлена башня HitFact, тепловизор и лазерный дальномер. По словам представителя компании GDLS Мануэля Серрана, относительно небольшая масса машины делает ее привлекательной для покупателей из Дальнего Востока. Среди главных качеств танка Серрана отметил мобильность и менее затратную эксплуатацию, чем у классических опт. Юрис Итори 2018 является крупнейшей в мире выставкой военной техники для сухопутных сил. Она проходила с 11 по 15 июня в парижском пригороде Вильпент. Ранее сообщалось, что Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова ведет работы по созданию бронетехники нового поколения. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.